Всем привет, меня зовут Лина, добро пожаловать на мой канал Simply Angel. Сегодня очередное видео из раздела покупки непутевой домохозяйки. И посвящено это видео теме покупок с AliExpress. Я вам расскажу о своих топ-10 самых успешных, удачных покупок, совершенных на этом сайте в прошлом 2016 году. А покупок было на самом деле гораздо больше, почти все из них были удачными, но какие-то товары это было... товары для животных, какие-то товары были косметические. Наверное, я просто буду делать отдельное видео по каждой теме. А сейчас я расскажу такие общие товары, которые однозначно мне понравились, которые я вам однозначно могу рекомендовать. Так что, если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной и приступим. Ну, начнем мы с самого объемного. Вот такие вот шикарные просто наволочки я заказала. Вы можете видеть за моей спиной. 3 штучки. На выбор было, по-моему, штук 6 там дизайнов. Продавец меня спросил, какие мне именно нужны. Я выбрала все, как я заказывала, так мне и прислали. Размер этих наволочек 40 на 40. Они у меня будут чисто декоративную цель выполнять. Ну, единственное, что немножко не так цвет передавался на сайте AliExpress. Вот эти белые вставочки, они там были прям конкретно белыми. А бирюзовые, ну вот в реале он немножко более такой темно-бирюзовый. Но все равно они потрясающие, они очень хорошего качества. Плотный такой материал, я не думаю, что он разлезется. Я купила самые дешевые продушки вовнутрь. Вот такие они стоили рублей 90, вставила. И, в общем-то, все готово, красота готова. Будет как раз украшать мою спальню. У меня бирюзовые занавески. Как раз под них я и брала эти наволочки. Следующий товар тоже бирюзовый. Наверное, это мой любимый цвет в этом году. Это вот такой гаджет. Это фитнес-браслет. Он был очень популярен год назад. В общем, я поддалась этому веянию, купила его. Фирма Xiaomi. Стоил он в районе 1500. В комплекте шел еще один браслет, только черного цвета. Ну, сам основной агрегат вот так он вынимается. Был еще переходник USB для зарядки. Что я могу сказать? У него просто шикарная действительно зарядка. Хватает где-то на месяц. Вы спокойно ходите, даже не вспоминаете про этот браслет. Он соединяется с помощью специального приложения со смартфоном. И там, в общем, он и показывает, сколько вы прошли шагов, сколько вы прошли километров, сколько вы потратили калорий. Вот вроде с этим он справляется. Но он абсолютно... Он обещал показывать еще частоту сердцебиения. Вот это абсолютная лажа. Ты включаешь, он то 40, то 240 показывает. В общем, непонятно. Ерунда полная. Вот в этом он не справляется с этой задачей. А во всем остальном он хорош, поэтому могу спокойно рекомендовать. Я не знаю, честно говоря, как сейчас разница цены, что выгоднее заказывать в Китае или у нас здесь покупать. Но в то время, год назад я заказывала, наверное, в начале года, это было достаточно выгодно. Следующий товар, он уже в одном моем видео, я вам его показывала. Это вот такой держатель для пакетов. То есть две такие пластиковые держалки прямоугольные. Вставляете внутрь пакет, фиксируется. И вот за такой крючок вешается на дверцу шкафчика. Очень удобно, чтобы вы каждый раз не открывали дверцу там, где у вас спрятано мусорное ведро. Оно висит, вы туда всякие мелкие шкурки выкидываете. Потом просто сняли, завязали и вытянули. Следующий товар, супер-супер мною любимый, это вот этот шикарный просто стаканчик. Я однозначно говорю ему «да». В нем я сейчас вот храню косметические карандаши, кисти разные, помады. Он нежно-розового цвета, красивейший. Вот с таким узором модным сейчас розочки. Он металлический, это не пластик. Он отлично вписался в мой интерьер. Однозначно «да». И подумаю заказать еще подобный стаканчик, только другого цвета. И следующий товар я извлеку из этого стаканчика. Это вот такая кисть для нанесения тональных средств. Я ее использую. Стоила она, покупала ее как раз одна из последних покупок 11.11. 110 рублей, по-моему. Очень плотно набит вот здесь ворс. Он искусственный. Но мне он нравится. Он хорошо распределяет тональное средство. Я не могу сказать, что это более растратно. Он его наносит абсолютно так же. Я наношу и пальцами тоже количество. Никаких особых шелушений не создает, поэтому однозначно да, этой кисточке, это значит так симпатично выглядит. Значит, следующий мой товар, это уже как мне, блогеру, я купила вот такой микрофон. Правда, еще ни разу не пробовала записывать именно видео, звук для видео, но так я его испробовала. Он работает, стоил он в районе 690 рублей.
тоже брала 11-го, а прошел месяц, я его получила, смотрю, он стоит уже почему-то на 100 рублей дешевле. Ну, ладно, фиг с ним. А, длинный провод, там заявлено было, по-моему, 2 метра, на самом деле он где-то 1,80 м. Микрофон идет вот в такой подставочке, то есть вы можете себя вообще почувствовать настоящим певцом. Я скачала какую-то программу из интернета, все отлично работает, поэтому да, могу рекомендовать этот микрофончик. Уже неоднократно я показывала вот эти тени Huda Beauty. Хоть там и достаточно оригинальный набор цветов, но мне он нравится. Может быть, это не на повседневную жизнь, но на выход, на какие-то праздники, на дни рождения, пожалуйста. Особенно я балдею от этих верхних шиммерных цветов. Но я их наношу с помощью все-таки пальчика, потому что кисточкой не хотят наноситься, а пальчиком отлично просто ложится, плотно, блестит, переливается, поэтому однозначно могу рекомендовать. Следующий товар у меня идет, это вышивки. Я заказывала в этом году 2 вышивки. Одна из них это вот такое дерево. Ну, я думаю, всем знакомы такие деревья. Разных они оттенков там, кстати, эти рисуночки. А вторая вышивка, ну, только вот так могу вам показать. Ой-ой-ой, что ж ты не раскладываешься? В общем, это мальчик обнимает девочку. На фоне моря они стоят. Она высокая, вот такого где-то размера эта вышивка. Я даже не ожидала, когда мне ее привезли. И ту я уже начала вышивать. Вот такого размера мальчик с девочкой. Вы знаете, я очень давно не покупала вышивки здесь у нас в России. Оказывается, ну, мне говорят, уже и у нас такое есть. То есть здесь, видите, на самом холсте, там, на самой этой ткани, то есть все цвета выделены. То есть вам не надо там просчитывать 2 вверх, 3 вниз. Все уже готово, цвета выделены. А специальная такая иголочка, она тупая, то есть чисто для вышивания она подойдет. Вы ей не пораните себе пальцы, поэтому ниток в достатке. То есть я не думаю, что вам придется что-то докупать. Поэтому однозначно, да, рекомендую, присмотритесь. И цена, конечно, гораздо дешевле, чем вы бы покупали в России. И вот вторая вышивка, тоже она приличного размера. Это вот такое дерево. Его я тоже уже начала вышивать. Поэтому, да-да-да-да. Теперь у меня следующая цель – это купить раскраски по цифрам. Еще ни разу я не пробовала. Хочу там заказать, потому что цена как минимум в 2, то и в 3 раза дешевле, чем у нас в Краснодаре. Ну и последний – это вообще мои фавориты, это мои любимцы. Вот такую просто шикарнейшую шапку я заказала. Ой, она мне пришла перед самым Новым годом. Это просто, просто сказка. Она сделана, это натуральный материал, там шерсть с хлопком. Она очень плотная. У нее просто шикарный бумбон. Это действительно похоже на лису, как и было заявлено. Расцветочки разные у продавца, и белая, и черная, и серая. Цвета бумбонов тоже разные. Он крепится на кнопочку. Шапка плотная, но у меня размер головы, окружность 56 сантиметров. Сидит прям впритык, скажем так. И не давит, но и не болтыхается. Она вот такая, видите, как чулок сделана. Сюда она заворачивается. За счет этого она как двухслойная, поэтому очень-очень теплая. Еще раз одену прям. А у нас, я ее как получила, а у нас уже и морозов-то не было, чтобы ее одеть. На нулевую температуру, конечно, я в ней просто зажарюсь. И еще одни мои просто фавориты и must-have, это перчатки. Я их уже как-то показывала. Они утепленные, ну, морозы, они пришли раньше, морозы были минус 17, руки не мерзли. И их плюс, это вот такие нашивочки, какая-то как шелковая ткань, для того, чтобы вы пользовались сенсорным краном. Действует, работает, проверено. Поэтому однозначно, да, я их рекомендую. Тоже у продавца разные были расцветки, и коричневая, и серая расцветочка. Они такие более классического вида, поэтому присмотритесь, и всего 150 рублей. Так, быстро сейчас огляну. Вроде бы я все вам показала, что хотела показать, рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то не забудьте, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь обязательно. Жду вас снова в следующих видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Чмоки-чмоки.